Огонь должен был прекратиться. Впервые ДНР договорились с украинским штабом об эвакуации мирного населения из Дебальцева в Донецк. Украинская сторона минометами ложит. Украинский переговорщик должен провести 25 донецких автобусов через нейтральную полосу в центр осажденного Дебальцева, который все еще контролирует Киев. Условия: в колонне никакого оружия и наблюдатели ОБСЕ. Соседний Углегорск уже полностью под контролем ДНР, хотя тяжелые бои здесь шли еще 2 дня назад. Обстрелы продолжаются и сейчас. Спустя километр после последнего поста ополченцев украинская разведка на БМП. Колонну пропускают. Залпы украинской батареи раздаются все ближе. Бухает каждый раз, да, все? Так. Так бухает, что подпрыгиваем. Это еще не бухает, сынок. Бачи, який подлец. Мы в Дебальцево, территория, которую контролируют сейчас украинские вооруженные силы. Представители ОБСЕ, представители Центра по наблюдению за соблюдением Минских соглашений. Здесь же представители ЛНР. Ждем автобусов, которые должны забрать беженцев из Дебальцева и увезти их в Донецк. На старой шестерке украинский полковник из штаба АТО. Дебальцево, куда вы ехали? Вот оно. Он проводник по осажденному городу. Хотя военные здесь утверждают, что никакого котла нет. Признает, что уровень насилия достиг предела. И сторонам следует вернуться к Минским соглашениям. Человек всегда живет надеждой. Больше всего не хотят войны военные, потому что они прекрасно понимают, что это такое, что такое война. Любые протестные настроения нужно решать законным, конституционным путем. Но мира на Донбассе нет давно. Украинские пушки и минометы не замолкают ни на минуту. Отсутствие огня, режим тишины и так далее во время эвакуации. Собственно, что мы наблюдаем. Артиллерия из самого центра Дебальцева как будто специально вызывает на себя огонь ополченцев, чтобы сорвать эвакуацию, о которой так долго договаривались. Ответный огонь ополченцы не ведут. Залпы фиксируют и ОБСЕ, и наблюдатели центра по соблюдению минских договоренностей. Среди них есть и российские офицеры. К сожалению, вот то, что буквально за нами максимум, наверное, 500 метров ведет огонь, и вы сейчас слышите, да, батарея украинских вооруженных сил, это не является предметом выполнения договора. В Дебальцево осталась и армия, и батальоны Нацгвардии. Простые солдаты, в отличие от их командиров, признают, что уйти отсюда они могут только по одной дороге. Но и она давно пристрелена ополченцами. Скажите, вот с той стороны говорят, что здесь котел или карман, как-то, как вы это называете, то, что происходит сейчас? Смотрите, есть угроза окружения? Сейчас, в последние там 2 дня, достаточно тихо. То есть перед этим дорога на Артемовск, она обстреливалась из минометов, как бы там надо было очень быстро проскакивать. Это единственный выход отсюда? Это единственный выход отсюда. А чем должно это все закончиться? Ну, вот, миром, виключно насилия. Миром, тільки миром. Повинен, тому що нам немає що ділити. Мирных жителей здесь все еще много. В основном старики и те, кому просто некуда ехать. Эвакуация в город Донецк, Енакиево, Горловка, Вакеевка. Проходите, пожалуйста, желающие в автобус. О том, что приедут автобусы из Донецка, жителей не предупредили. Во многом из-за этого людей немного. Колонна проводит на площади больше 2 часов. Родственники мои в Харькове. Я еду в Донецк. Мы уже очень устали. Уже решили все. Когда закончится все это? Когда? Вы нам тогда скажете, когда все закончится. Скорее бы, скорее бы. Мира, все устали. Мира, прежде всего мира. Люди напуганы и измождены. В Дебальцево уже давно нет ни света, ни воды. Сотовая связь не работает. В Донецке, где они будут через несколько часов, несмотря на непрерывные обстрелы, большинство районов обеспечены и теплом, и электроэнергией. Бои вокруг Дебальцева возобновятся, едва колонна пересечет нейтральную полосу и достигнет территории ДНР. Ополчение стремится захлопнуть крышку котла. Оставшиеся в нем украинские подразделения огрызаются.